совещание, где мы подводим итоги полугодовой работы. Вот уже два дня плотно работали, это уже третий день работы. Даже поступило предложение от Леонида Сергеевича, мы посчитали баланс, когда делили время выступления. У нас 840 минут рабочего времени было ждаться, 270 здесь, и в сумме это давало 1110 минут. Говорю, надо добавить хотя бы одну для ровного счета, чтобы все единицы были, 1101. Так что, видимо, добавили задержку. Ну, а сейчас, для начала, все-таки мы подождем, надеюсь, что подойдет ректор к нам, проректор. Но для начала мы не повели людей в лабораторию, и это, конечно же, плохо. Показать надо товар лицом. Но, по счастью, Игорь Николаевич выручит нас и исправит этот дефект.